Честно, ребята, я прям в шоке. На дороге вот здесь вот лемех нашел. Здесь какое-то кольцо. Вот они лежат. А вот чуть дальше еще один сигнал. Вы уже понимаете, чем пахнет, да? Похоже на еще один электродвигатель, как в одном из предыдущих видео. Что, будем копать? Посмотрим, что там такое. Но очень похоже на электродвигатель. Силуэт вырисовывается. Кажется, реально электродвигатель. Надеюсь, там есть обмотки внутри. Будет прям удача. Все, достаю, показываю. Ну все, ребят, докопал я яму, вытащил электродвигатель. Такой вот здоровенный. Правда, чутка поменьше того предыдущего электродвигателя. Но все равно приятно. Вот обмотка уже торчит. Значит, не зря мы здесь несколько дней ковыряли. Тут все перекапывали. Рассыпуху собирали. Чтобы вот такая вот приятная находка попалась. Что, продолжаем копать? Может, еще что-нибудь будет интересное? Ну вот, вес двигателя 43,9 килограмма. Почти 44 килограмма. Да, хорошая находка. Это металлическая пластина. Толстая очень. Сейчас откопаем, покажу. Большая металлическая пластина. Налив какой-то. Либо скраб, либо что это такое. Но она полностью металлическая. Никаких особых вкраплений нету. Попробуем отвести на приемку, что там скажут. Прямо на поверхности. Плашки я такие уже отдельно находил. А это прям в сборе на цепях. Достану, покажу. Ходка в виде лестницы. Пластина на цепях. Вот здесь заканчивается. Да, все. Идет. Находка тяжелая, где-то 40 кг весит. Если знаете, что это, пишите в комментарии, интересно будет почитать.
я металлической. Половинка, что ли, вторая? Нет, там что-то другое, походу. Поисков. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи и пока.